Очаков ТВ представляет. Всім доброго дня, підписники каналів Київська Русь та Очаків ТВ. Я вам хочу висловити вдячність за те, що ви змогли назбирати нам на тепловізор. Ось він, Сергій Іванович нам його вже надіслав. Вже давненько, але відео знімаю тільки зараз, бо не було часу. Все добре, він працює. Дякую вам. Здрасте. О, я вас знаю. Здрасте. Что такое? Меня все знают. Откуда? Да, вы бандеровец. Ну, откуда вы меня знаете? Ну, я вас видел на канале бандеровцев. А как называется канал? Ну, канал bandera.ru. А, bandera.ru, ну да. Ну, да. Слушайте, а вот смотрите, вот сейчас идет там, вы знаете, что такое Приднестровье, да? Да, да. Вот, это такой анклав российский в Молдове. И там есть город Бендеры, ну, где Бендера родился. Вот. Почему там нету памятников Бендере, как вы думаете? Потому что, наверное, Бендера... Там, по-моему, не любят пи***цев. Тихо, тихо, не ругайтесь матом, не ругайтесь. Чего вы? Ну, вроде так вот говорили. Не ругайтесь матом. А, смотрите... Почему вы такую характеристику даете Бендере? Ну, на основании тут вообще. Вы знаете вообще, что его имя настоящее не Бендера, а Бендер? Бендер. Нет, не в курсе. В принципе. Да. Ну, его же зовут Остап Бендер. Вы же помните такого, да? А, да, конечно, конечно. Вот. Вот. Вот это его настоящее имя. А вот почему вы его называете Бендера, непонятно, почему. Ага, это вы сами называете? Это не мы. Нет, это вы называете. Уже называем. А, вы называете? Прикалывают. Да, потому что вы же понять не имеете, кто это такой. Вы не знаете даже настоящего имени, не знаете, где он родился. Конечно, конечно. Мы... это же Остап. Остап. Ну да. Бендер. Ну да. Это же он? Ну, конечно. Так он нормальный тогда. Ну, так если я говорю нормальный, а вы говорите ненормальный. Ну, да. Так чем он вам так не угодил, расскажите. Нам не угодил? Да. Господи, вы что? Ну, вы только что его оскорбили такими грязными словами. Ну, какими? На основании... Я не хочу произносить их. Нет. А, ну хорошо, хорошо. Ну вы сами помните, какими. На основании чего вы оскорбили человека, о котором вы вообще ничего не знаете? Что значит ничего не знаем? Я не знаю, где он родился. Я знаю, чем он просто прославился, и все. Но нет, где он родился, я вам только что сказал. Я думаю, вы уже... Мне вообще все равно, честно. Хорошо, хорошо, чем он прославился, давай. Ага, ну чем он прославился, ну так вы загуглите, да посмотрите. А я гуглил, смотрел, ничего нет отрицательного там. Ничего нет отрицательного? Ничего нет. А вы можете сказать, что отрицательного того, чем он прославился? А давайте вот мы сейчас, смотрите, вот прям с вами в Google сейчас зайдем. Не, в Google не надо, скажите своими словами, как вы понимаете. Подождите, вы только что сказали, что вы гуглили, и там отрицательного нет. Так расскажите, что отрицательного вы знаете о нем. Давайте. Подождите. Не кипятитесь. Если мы сейчас заходим в Google, и там есть отрицательный, это значит, что вы либо врете. Хорошо, что отрицательного вы хотите сейчас вот донести? Давайте. Мы заходим с вами? Смотря какой источник открывать. Подождите, ну Google, Википедия. О любом человеке можно написать в одном источнике хорошо, а другом плохо, понимаете? Все, поплыл, блядь, бедолага. Тихо, не ругайтесь. О любом. Вот смотрите, хорошо, я же вас спросил, что отрицательного вы можете о нем рассказать? Расскажите, пожалуйста, своими словами. Я думаю, что вы прекрасно все знаете. А, то есть вам Скобеева не рассказала?
что надо отвечать в этот момент. Ну, Скобеева, да? Скобеева. Я понимаю. Ага, так. Понимаю. А вы гуглили, но боитесь зайти в Google, да? Я понимаю. Вам Скобеева не рассказала, да, что отрицательный вопрос, сказала, что это плохой персонаж, и надо его хаять. А почему? Хорошо. Она вам так и не рассказала, я понимаю. Да, но вы гуглили, и в гугле, в принципе, все хорошее. Но нет, я гуглил, почитал со всех сторон и вынес для себя, что в нем нет ничего такого, за что вы, ваши горящие задницы, так подгорают. Хорошо, но гугл вы открыть боитесь все равно. Нет, я открывал много раз. Ебать. Каждый день это делаю, только не ругайтесь матом, не ругайтесь, чего вы. Да, боже упаси, ругайтесь, не ругайтесь. Как это, боже упаси, если вы ругаетесь постоянно матом? Зачем? Ну, бывает, это эмоция. Ну так что, вам нечего сказать, правильно? То есть, ваши все знания по поводу Бендера закончили? Я же вам предложил. А, вы предложили, нет, я спросил, что у вас в голове меня интересует, а не в гугле? Зачем? Как вы считаете, почему это отрицательный персонаж? Как вы считаете? Я же вам сказал. Скобеева вам не рассказала точно, поэтому вы хотите загуглить, я понимаю. Все, пошел вон, придурок. Ну, вы видели. Это все их знания. Он сейчас начнет гуглить, выискивать на каких-то левых сайтах какую-то отрицательную информацию. Понимаете? Ведь картину надо охватывать в целом. Отрицательную для него причем. Что Бандера боролся с Советским Союзом, то есть с коммунистическим строем. С Советским Союзом, который захватил Украину. Да, это было. Но ему это в Гугле преподнесут так, что вот он нехороший человек там и так далее. Надо же смотреть со всех сторон. Он не удосужился это сделать. Он свято верит Скобеевой. Естественно, зачем ему думать? Укушенный Скобеевой очередной. Малахов. Малахов отдыхает. Да. Ты откуда? Какие прогнозы? Ты откуда? Из какого города? Ну, вот вообще, какая разница, блядь, откуда я? А что, ты стесняешься назвать свой Мухосранск, что ли? Я не понял. Не, ну, а вообще, вот так вот, для интереса, какая разница, откуда я? Большая что-то разница. Это, да? Да, если ты, например, из Чукотки, или ты, например, с Северного Кавказа, это абсолютно разный менталитет у людей, понимаешь? Если ты из Калининграда или из Москвы, это тоже разный. Понимаешь, в зависимости от этого я буду вести разговор. Понимаешь? Ну ладно. Ты меня один этот не назвал. С Тюмени. А, из Тюмени. Ну вот, видишь, что ты стесняешься назвать свой город? Я не стесняюсь. Просто меня вот всегда вот поражает. Вот начинаешь разговаривать с кем-то. Сразу вопрос. Вы откуда? Откуда ты? Откуда? Ну и что? А почему тебя это... Разница? Почему тебя это... Я же тебе только что объяснил разницу. Ты не понял, да? Не, ну вот, может, тебе, да, вот так вот ты объяснил. Ну так вот не надо. Другие меня не интересуют. С другими разбирайся сам. А девчонки там спрашивают, еще кто-то там спрашивает, малолетки там спрашивают. Да какая хуй разница? Ну, блядь, с Россией. Не, ну то, что с Россией, это видно сразу, ты знаешь. По твоему интерьеру видно, что ты из России, это понятно. Ну, интерьер, это ничего не значит. Потому что я не дома. Главное, что потому в душе. Потому что я не дома. Это не дом. Это не дом, это не квартира. Я тоже считаю, что у вас дома не выглядят, это не дома, это сараи просто в основном. Так это не дом, я не живу здесь. А, ты там не живешь, да? Ты зашел просто покурить, да, туда? В сарай? Да, это просто курилка. Ага, а дом где твой? Дом вон там. А ну покажи, выйди покажи. Ну, я покажу, вон там пристройка. Ну и что, такой же сарай, блин? Перегородка, дрова, блин.
у тебя дровяное отопление? Класс, слушай. Да. Обалдеть. Слушай, у тебя дровяное отопление? Да, и у меня дом еще дровяной. Слушай, а что, у тебя реальный сруб или это внутри просто так? Это сруб. Вот. У тебя прям натуральный сруб? Да. Слушай, сруб — это прикольно. То есть ты сруб пристроил к твоему настоящему дому, да, который вот это вот сарай. Правильно я понял? Да ты конченый дом. Ну тихо, не ругайся. Я же не ругаюсь матом. Че ты? Мы же нормально разговариваем. Да нет, ты меня просто бесит. Нет, смотри, у тебя был дом, вот этот свинарник. И ты к нему пристроил сейчас маленькую кухоньку и одну комнатку с рубом, да? Правильно я тебя понял? А топишь ты во всем доме, включая новую часть, дровами. И котел у тебя здесь в свинарнике расположен, правильно? Ну отвечай, тюменец, только не зависай. Тюменец, блин. Такой интересный был тюменец. Видели? А класс, кстати. Вот смотрите, как можно купиться на это. У него реально там вот кухня там более-менее современно выглядит, а за перегородку заглядываешь, а там сарай с дровами. И котел топится дровами в Тюмени. Дровами, не газом, а дровами. Вот оно. Потемкинская деревня, да? Он вокруг своего свинарника рядышком пристроил из сруба, там подешевле нашел вариант. Одну комнатушечку, вот она, Потемкинская деревня.